Из Джайпура наш путь лежит на восток, в Агру. Минуя поля с цветущей горчицей, мы познакомимся с некоторыми интересными достопримечательностями этой области Индии. Храмовый комплекс Галтаджи – это место паломничества в 10 километрах от Джайпура, в окружении холмов Аравалли. Главная цель паломничества – окунуться в воды святых источников. Главное строение храмового комплекса возведено в начале 16 века в честь Галвы, мудреца, молившегося о появлении воды в этих местах на протяжении 100 лет. Рядом размещен священный водоем. Вода в него поступает из источника Галта-Кунд, который оформлен в виде коровьего рта. Полагают, что эта вода обладает целебной силой. Над водоемом, в самой высокой точке Галтаджи, разместился храм, построенный в 18 веке и посвященный индусскому богу солнца Сурья. Второе название Галтаджи, обезьяний дворец, комплекс получил от многочисленных обезьян, которые мирно обитают здесь и чувствуют себя вольготно. Ведь им покровительствует храм Ханумана, царя обезьян. У них есть и собственный водоем. Галтаджи также заслужил известность благодаря своим старинным храмам Рамы, Ситы, Ханумана, Баладжи и Кришны, выстроенным из необыкновенного розового песчаника. Все эти имена связаны с драматическими событиями, описанными в поэме Рамаяна. Рама, его брат Лакшман и его жена Сита были изгнаны из Айодхи. Сита была похищена царем демонов Раваной. Произошла битва за ее спасение с ключевым участием царя обезьян Ханумана и его обезьяньего войска, который помог Раме одолеть Равану и с победой возвратиться в Айодхью. В храмовых комплексах хорошо сохранилась резьба и настенные фрески с различными сюжетами. Интересен потолок с нарисованным пышным цветком. Есть весьма занимательное изображение слона, сложенное из женских фигур. Следующая остановка на пути в Агру – в храмовом комплексе Гирираджа-Дхарани, который расположен на дороге от Джайпура до Абанери. Он построен в южноиндийском стиле и посвящен Кришне. Постройка недавняя и не имеет большой истории, но комплекс интересен тем, что дает представление о южноиндийском стиле. Яркая расцветка и богатые внешние барельефы, связанные с жизнью Кришны, притягивают взгляд независимо от вероисповедания смотрящего. Храм имеет яркую и многоцветную раскраску стен снаружи и внутри. Храм Кришны – быть веселым. История жизни Кришны известна многим. Он был мудрецом-философом, а стал веселым и довольно легкомысленным богом-пастушком. Кришна любим в Индии, особенно женщинами, которые видят в нем страстного любовника и в то же время шаловливого мальчика. Такими они хотели бы видеть и своего мужа, и своего сына. В его честь слагают песни, создают спектакли. Чанд-Баори – самый большой ступенчатый колодец в мире. Он построен в 8 веке. Несколько тысяч ступенек, сбегающих вниз к воде, расположены на 3 из 4 сторон его внутренней чаши. Четвертая сторона представляет собой отвесную стену, в которой находятся различные помещения и галереи.
Глубина надводной части колодца соответствует высоте 13-этажного дома. Озеро, которое расположено на дне колодца, имеет глубину порядка 20 метров. Этот колодец не только источник воды, но и место для священных омовений. Спуск к поверхности воды имел сакральный смысл. Он рассматривался как путь к просветлению. Спустившись осторожно вниз и достигнув поверхности воды, паломник совершал омовение. Только после этого можно подняться наверх, пойти в храм и вознести молитву богам. К колодцу примыкает храм Харшита Мата, богини счастья, с удивительной средневековой архитектурой. Храм расположен в деревне Абанери на шоссе Джайпур-Агра в 95 километрах от Джайпура. Небольшой храм с архитектурными элементами в виде колонн и храмовых столбов построен предположительно в период между 8-9 веками на массивном каменном цоколе. Несмотря на преклонный возраст храма, на боковых поверхностях этого цоколя сохранилась каменная резьба с изображением богов и различных религиозных сцен из их жизни. Вокруг храма сложены фрагменты скульптур и архитектурных деталей, ожидающих реставрационных работ. Храм является действующим, несмотря на то, что находится в полуразрушенном состоянии. По пути можно сделать остановку и отведать в придорожном кафе блюда индийской кухни. Здесь также можно заглянуть в сувенирную лавку и познакомиться с изделиями индийских мастеров, в частности, с масками. С давних пор маски использовали в национальных танцевальных представлениях и в разных ритуальных церемониях. Религиозные, этнические и ритуальные маски могут изображать индуистских богов, героев индийского народного эпоса и тотемы. Форма и мимика маски отражает значение, вкладываемое в маску. Маска-божество рассматривается как действенное средство обороны и общения с богами и или предками. Маска также может использоваться и для изгнания злых духов. Маска героя обеспечивает недоступность, надежность и придает сверхъестественную силу. Подтверждением этому служит униформа, придающая тому, кто ее носит, привилегированное положение. Мы в городе Фатехпур-Сикри, который был столицей великих моголов в течение 14 лет. В начале 16 века Индия была покорена очередными завоевателями из Средней Азии, великими моголами. Свыше 200 лет они сохраняли власть в Индии. Во время их правления процветали города, была создана богатая культура. Первым могольским императором был Бабур. После его смерти в 1530 году на трон восшествовал его сын Хумаюн. Он закрепил достижения отца, но только внук стал самым великим правителем этой семьи. В 1556 году Хумаюн умирает, и на престол восшествует его сын Акбар. Он решил создать совершенно новое государство с новой столицей. Однако отсутствие наследника делало власть над империей непрочной. Но вскоре Акбар обретает надежду. Пророк шейх Салим Чишти, проживавший в деревне Сикри, предсказывает рождение наследника. В благодарность за верное предсказание Акбар дал сыну имя Салим, будущий Джахангир. И на месте деревни, в которой проживал пророк, он начал строить город, названный Фатехпур-Сикри. В 1571 году город был торжественно открыт, и сюда из Агры перенесли официальную столицу империи моголов. Однако, через 14 лет после основания, из-за нехватки воды город был покинут. Столицу империи великих моголов перенесли обратно в Агру. Покинутый город избежал войн и разрушений, и благодаря этим обстоятельствам мы можем сегодня увидеть его в первозданной красоте. В
1986 году Фатехпур Сикри был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время обзора истории Фатехпур Сикри был показан дворец Джодха-Баи. Пройдемся по территории сохранившегося императорского дворцового комплекса и познакомимся с его сооружениями. В основном они построены из любимого акбаром красного песчаника, который добывался здесь же. Диван и ам – изящный павильон с большим двором, где акбар давал публичные аудиенции. В отличие от него, диван и кхас – это здание для личных встреч. Главным его элементом является массивная колонна с огромной капителью, украшенной искусной резьбой. Эта капитель служит основанием обширной площадки, на которой находился трон акбара. От площадки радиально отходят 4 мостика. Они связаны с верхней галереей, по которой акбар проходил к своему трону. Существует примета: кто обнимет этот столб, тому прибудет счастье. Рядом расположена Ангхмичаули. Это здание было наиболее вероятно имперским казначейством. Достойны внимания распорки, поддерживающие карнизы входа. Они сделаны в форме свившихся мифических змей, которые должны отпугивать воров. Перед диван и кхас широко раскинулся двор Пачиси, с которого хорошо видны другие сооружения дворцового комплекса. На площадь выходит фасад Панч-Махала, пятиэтажного дворца. Он имеет множество колонн, пространство между которыми закрывалось циновками. Под их прикрытием жены акбара и их приближенные могли наблюдать за внешней жизнью и наслаждаться вечерней прохладой. Напротив дворца разместилась Абдар-Кхана, здание, в котором, возможно, хранились и подавались вода и фрукты. А рядом дом турецкого султана. Его колонны, стены и потолок из песчаника – все покрыто изящной резьбой. Дом турецкого султана выходит к бассейну Ануб-Талао. Название этого бассейна связывают с именем придворного музыканта Тансена, от магического пения которого могли якобы зажигаться масляные светильники. Около бассейна расположились покои императора – Квабгах. Это единственное здание, где сохранились настенные росписи. Галерея соединяет покои акбара с дворцом Мириам, который, возможно, был построен для одной из жен императора. Рядом с дворцом была построена величественная Джама-Масджид, в просторном дворе которой находится усыпальница шейха Салима Чишти. Входом в мечеть с юга служит величественная триумфальная арка Буланд-Дарваза, великие ворота, высотой более 50 метров, установленная во знаменование победы акбара над Гуджаратом. Эти ворота стали образцом для создания многих аналогичных построек.